Британская газета The Guardian публикует критическую статью о благосостоянии в Африке. На континенте сейчас живет более 160 тысяч человек, которых можно назвать состоятельными. Это вдвое больше, чем на переломе веков. Такая динамика подчеркивает проблему углубляющегося неравенства на фоне сильного экономического роста в беднейших странах мира. Состоятельными автор называет африканцев, обладающих активами на сумму более миллиона долларов. Совокупный объем богатства таковых составлял в конце прошлого года 660 миллиардов долларов, утверждает в своем докладе южноафриканская компания New World Wealth, специализирующаяся на исследованиях рынка. Цитата. «Тем временем число бедных, то есть живущих меньше, чем на 1 доллар 25 центов в день, увеличилось по данным Всемирного банка с 411 миллионов в 2010 году до 415,5 миллионов в 2011 году», сообщает издание. Через 10 лет миллионеров в Африке должно стать на 45% больше, примерно 234 тысячи, считают авторы доклада. Первое место в Африке по общему числу миллионеров занимает ЮАР. В прошлом году их число составляло 46 800 человек. На втором месте Египет с более чем 20 тысячами миллионеров, на третьем Нигерия. Деятельность богачей идет на пользу африканским экономикам. Многие состоятельные африканцы держат свои богатства в стране, но однако же от Нигерии до Мозамбика царит бедность в сочетании с быстрым экономическим ростом. Все могло бы быть иначе, пишет автор, если бы правительства поддерживали достойный уровень социальных расходов, ввели прогрессивное налогообложение и контроль капиталов и развивали бы торговлю внутри регионов, освобождающую от зависимости от западных рынков. Важная новость для финансовых рынков. Руководство Федеральной резервной системы приняло решение оставить базовую процентную ставку США в диапазоне от 0 до 0,25%, который сохраняется с декабря 2008 года, пишет New York Times. По итогам двухдневного заседания 16 и 17 сентября члены Федерального комитета по открытому рынку объявили о решении сохранить процентные ставки на прежнем уровне. Решение было принято 9-1. Против сохранения текущего монетарного курса выступил президент Федерального резервного банка Ричмонд Джеффри Лейкер, заявив о необходимости повышения ставок на 25 базисных пунктов, отмечает автор публикации. Более 1 миллиона просмотров набрал в интернете всего за сутки новый клип популярного бельгийского музыканта Стромае. Зловещий клип, взорвавший мировую сеть, был снят на песню «Консе». Посвящена она одному из страшнейших заболеваний – раку. Мало кому из певцов, поющих по-французски, удавалось установить подобный рекорд – миллион просмотров клипа всего за одни сутки. Абсолютный мировой рекорд остается за поп-звездой Тейлор Свифт, чей клип «Bad Blood» за сутки просмотрело 20 миллионов пользователей. Клип «Консе», когда это случится, вряд ли может кого-то оставить равнодушным. Композиция Стромае посвящена раку, который по-прежнему остается для многих смертельным заболеванием, несмотря на все успехи медицины. Только во Франции рак ежегодно уносит 150 тысяч жизней. Цитата. Название композиции и ее рефрен «Консе», когда это случится, созвучен слову «кэнсе» – «рак», которое повторяется в песне. Кто следующий, задает вопрос Стромае в черно-белом клипе, который снят на сцене старого концертного зала, опутанного ветвями метастазами рака, говорится в статье. Талант Стромае танцора подчеркнула мастерская хореография француженки Марион Матен, которая ставила первые успешные клипы певца «Папа Уте» и «Тус Ле Мэм», а также была хореографом клипов новой французской звезды «Кристин энд де Квинс». О Сахалине спустя 70 лет после окончания войны, по воспоминаниям корейцев, пишет японское издание «Майничи». Когда началась Вторая мировая война, на Сахалине находилось несколько десятков тысяч корейцев. Большинство из них были выходцами из южной части корейского полуострова. После окончания войны около 400 тысяч японцев эвакуировали с острова, но остались корейцы с японским гражданством. Ни Япония, ни СССР, ни Южная Корея не собирались возвращать их на родину. В 1989 году наконец-то началась процедура возврата таких людей в Южную Корею на деньги, выделенные японским правительством. На настоящий момент в дом престарелых на родине перевезли около 4 тысяч человек. Цитата. «Тем не менее, около 700 человек предпочли остаться на Сахалине. Дело в том, что существующие правила не позволяют возвращаться с детьми и внуками. Люди оказались перед сложным выбором – родина или семья», – пишет издание. Новая задача состоит в сохранении традиционной культуры. 11 лет назад здесь начала вещание на корейском языке служба информационных программ «Уримал Бансон». Можно сказать, что она является небольшой культурным оплотом. У службы, однако, проблемы с финансированием. Там работают всего 4 сотрудника, которые 2 раза в неделю выпускают 40-минутные программы на корейском языке с русскими титрами, региональные новости, рецепты приготовления блюд и другие. Главный редактор Ким Чундя говорит с гордостью: «Мы стараемся, чтобы молодое поколение узнало о своей культуре».